Защита от колющего удара ножом в грудь, толчком плеча назад. Момент исполнения приема в боевой ситуации может быть осуществлен не толчок, а удар плечом по шее атакующего. Момент проведения приема туловища атакующего нужно разворачивать на 180 градусов. Тогда действие будет наиболее сильное. В конце приема все тоже разворачиваем на живот, дожим кисти и отбор оружия.